Добро пожаловать в новогодний городок. В зимние праздники на площади Пушкина традиционно будет работать фестиваль и ярмарка. Возле праздничной елки разместятся 30 домиков с праздничными сувенирами и вкусностями. Как обычно, предпринимателей, которые будут торговать на главной зимней ярмарке города, определяли посредством конкурса. Это была заявочная кампания, она длилась до конца прошлой недели. В конце той недели мы стали подводить итоги и провели заседание конкурсной комиссии, но вы об этом, наверное, уже знаете. Подали заявки 42 предпринимателя на 30 торговых мест. Предприниматели как из города Иваново, как из Ивановской области, так и из других соседних регионов. Гости фестиваля смогут не только вкусно поесть и закупиться подарками для близких и друзей, но и научиться новому. В рамках фестиваля пройдут несколько мастер-классов, как гастрономических, так и по созданию подарков и новогодних игрушек своими руками. Это будет интересно и взрослым, и детям. У нас существует продумано 4 мастер-класса. Первый из них – это общий танец, возможно, флешмоб мы хотим организовать. Вот. Помимо этого, они разукрашивают новогодние игрушки, сами по себе участвуют в процессе. Мы будем использовать акриловые краски разных цветов. Также они могут по индивидуальному эскизу создать подобную картину, подарить. Это будет отличным новогодним подарком, а также собрать елочку подобную. Кроме того, в рамках фестиваля традиционно пройдут тематические развлекательные программы и выставки. Ярмарка начнет свою работу 21 декабря и завершит уже после праздников 7 января. С подробной информацией можно будет ознакомиться на портале Иваново РФ. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.